А? Прямо отсюда видно, да, красоту? Ребята, в этой кучке что-то есть. О! Ништяк! Зацените. Опа! Ребята. Ёпта. Еще один. Ребята, еще один пятак. Данное видео является постановочным. Все найденные предметы были заранее закопаны или подброшены во время съемок. В реальной жизни таких совпадений не бывает. Приятного просмотра. Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбалка с Пашком. Сегодня отличный денек, чтобы заняться приборным поиском. Приехал на одно излюбленное свое место. Такое старинное поле рядом с деревней. Здесь попадались мне чешуя, советские монеты, билоны. И как раз вот сейчас весна, трава еще не поднялась, и очень комфортно будет походить, поискать, значит, что-нибудь интересное. Начнем наше сегодняшнее путешествие вот с этого оврага. Сейчас здесь немножко походим. Может быть, что-то интересное здесь найдем, а потом уже поднимемся на поле и по полю немножко походим. Так что остаемся. Все самое интересное, как всегда, впереди. И не забывайте подписываться на мой канал. Все, начнем. Крестик. Вот она, первая находочка. Такой вот старинный крестик мужской. Первый сигнальчик есть. И вот она, первая находочка. Вот такой вот старинный крестик. Продолжаем. Снова сигнальчик какой-то непонятный. А, это конина, друзья. Довольно распространенная находка на полях. Вот такая конина. Находка есть. Продолжаем поиск. Mm-hmm.
О, только посмотрите на эту красоту. Видите, как лежит? Монеточка какая огромная. Так, что тут у нас? Видно вензель Павел. Год. Трудно разобрать. 1800-й. В общем, какая-то копейка, 1800-й год. Павел I. Наверное, 2 копейки, наверное. Да, 2 копейки. 1800 год. Ну вот, друзья, первая монетка. Это у нас Павел I. 1800 год. В таком сохране печальном. Ладно, продолжаем. Продолжаем поиски. Снова сигнал, друзья. Пикпоинтером пробуем. Так, выкопали. О. Крестик. Такой вот крестик. Даже с целым ушком попался. А? Так, и крестик. Неплохо, продолжаем. Ну, друзья, отличный сигнал. Четкий. 85 показывает. Посмотрим. О! Надо такое. Ну-ка. Смотрим. А? Прямо отсюда видно, да, красоту? Во. Это у нас серебро. 10 копеек серебряные. 1913 год. М? Какой сохран. Сохран безупречный. Шикардос, да? Вот, прям лежало на срезе, можно сказать. М? Прям на срезе лежало. Серебро, друзья. Первое серебро. Отлично. Хорошее место. Продолжаем. Надо этот пятачок прочесать сейчас. Проверить. Может, еще что-то осталось. Сейчас камеру поближе ставлю.
Где сигнал-то пропал куда-то? Смотрите. А? Вот она. Как залипла. Сейчас посмотрим. Еще 10 копеек. Тысяча 907 год. Еще одна десяточка. Отлично. Отлично. Продолжаем. Ну, что-то сверху прям. Сверху комка. О! Смотрим. Прям залипушка. О. Совет. Судя по цвету, советская. Пять копеек, 1930 год. Что, друзья, 5 копеек, 1930 год. В печальном сохране, почти нечитаемая. Такая находка. Продолжаем. Сигнальчик хороший. Опа. Ребята, смотрите, судя по массе, это пятачок Катин. Сейчас я вам покажу. Вот, еще в земле весь. Ну, по гурту видно, что это крупная монета. Все, давайте откроем. Ну да. Блин, а сохран-то какой вообще нереальный. Ребят, нереальный вообще сохран. Смотрите. 5 копеек. 1790 год. Так, а буквы. Еще и АМ. Это вообще крутяк. Наиречайшие буквы. Жесть. Вот так поле. Видали, такие вот монеты попадаются на этом поле.
такие не каждый день будешь находить. Крутят. Ее надо отдельно от других находок положить, чтобы, не дай бог, не поцарапалась. Круто. А мы продолжаем. Погнали. Смотрим дальше. Надо теперь точно вот это все, весь этот район обойти очень тщательно, поскольку может быть еще что-то есть. Такие пятаки, блин, как правило, просто так из карманов не вываливаются. Ну вот сигнальчик. Опа, ну-ка, опять пятак, жесть, смотрите, друзья, вот он, снова пятак, так, надо камеру-то включить. Друзья, отошел буквально 2 метра, снова такой же сигнал. Еще один пятачок. Мне так не хочется его сильно на него тереть. Но вам нужно показать, что за монеты. Так, вот, оттер. Ребят, смотрите, какая монета. Смотрите, какой сохран. Нереальный. Я понял, куда надо поставить камеру. Вот. Вот. А так теперь будет лучше, да? Смотрим. Та-дам! 5 копеек, Екатерина. 1781 год. Буква ЕМ. Буквально 2 метра от того пятачка еще один. Навряд ли это случайность. Может быть, кошелек какой. Или рассыпуха. Когда-то, может, пахалось поле. В общем, надо очень тщательно сейчас обследовать этот район. Так что продолжаем, ребята. Ну что, нашли только что 2 очень крутых пятачка, прям буквально на одном месте. Поэтому сейчас эту поляну, вот такой вот, здесь, не знаю, метров, может быть, 10 на 10, нужно сейчас очень тщательно обследовать. И копать все сигналы. Черные, цветные и черные, короче. Все, погнали. Не будем терять время. Вот под кустом прям. А сигнал-то такой же. Ну что, несу камеру прямо вот под этим кустом.
Вы не поверите, пацаны. Еще один пятак. Еще одна монета. Еще один пятак. Не знаю, видно, не видно. Совсем плохо фокусируется. Сейчас мы вот так вот. Наверное, будет лучше. Да, немножко получше. В общем, вот. Что у нас там? 91-й год. ЕМ. Ребят, сохран явно не полевой. Кладовой сохран. Ну что тут скажешь, короче, надо это место шурфить. Такие монеты, тем более три штуки, просто так не будут лежать. Надо шурфить это место. Приезжать уже целенаправленно шурфить его. Красота, да? Что, продолжаем? Еще какой-то непонятный сигнал. Попробуем копнуть. Уже получше. Где наш пикпоинтер? Что-то есть. Ёпта. Еще один. Ребят, еще один пятак. Четвертый. Черт, у меня уже руки трясутся. Ёпта. Четвертый пятак. Прям буквально 1.5 метра от того. Офигеть. Обтер. 1790 год. Буквы АМ. АМ. Шикарно. Четвертая штука уже. Вот, на квадрате буквально здесь 5 на 5 метров. Короче, надо его шурфить по-любому. Приезжать сюда и работать прямо на этом пятачке. Блин, кажется, я его задел лопатой. Немножко. Жалко.
красота. Отличные монеты. Нереальный сохран. Продолжаем. О, еще один сигнал. А вот здесь мы пятак выкопали. Вот здесь вот. И тут сигнальчик. Пробуем. Давай. Что тут у нас может быть? Нам самому интересно. Что-то есть. Наверное, сейчас как в железку упрусь, блин. Нет, не уперся я в железку. Так, есть вот в этой кучке. Ребята, в этой кучке что-то есть. О, ништяк. Зацените. Еще одна монета. Еще одна монета, ребята. А это у нас... Так, надо на камеру пойти показать. Друзья, еще одна монета попалась. Это у нас Николаевский пятачок. Да, 5 копеек. Сохран, конечно, печальный. Но монета есть монета. Старина есть старина. Приятно всегда находить такие вещи. Крутяк. Такой вот пятачок здесь. Продолжаем. А нашел я ее буквально вот здесь вот рядом. С тем местом, где нашел это Екатерининские 5 копеек. Вот. Здесь под кустом. И вот здесь вот Николаевский 5 копеек. Видели, какая разница? Короче, однозначно надо это место шурфануть. Все, тишина. Ямки мы, конечно же, закопаем. Все, еще продолжаем. Итак, ну что, обзор находок. Сегодня нашли 4, целых 4 пятака Екатерины II. Просто в нереальном сохране. Смотрите, гурты. Все орлы, все на месте, вообще шикарно. Потом 2 серебрушечки николаевских по 10 копеек. Павел I, 1800 год. Это у нас Николай снова, 5 копеек. Советина одна. Тут 2 крестика, цепочечка, конинка, колечко. В общем, вот такие бомбезные находки. Шикарно. Закончился наш сегодняшний коп. Я то место обследовал, поверхность всю выбил, в принципе. Ничего интересного больше не было, поэтому нужно будет возвращаться туда и обязательно вот этот пятачок, где были найдены екатерининские пятаки, шурфить. Углубляться вглубь и уже смотреть более детально, что там на глубине может быть. Так что я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч. Всем пока.